Приветствую всех на YouTube канале Мускул Pro. И сегодня мы узнаем про опасные признаки закупорки артерий, при наличии которых нужно срочно обратиться к врачу. Устраивайтесь поудобнее и поехали! Многие думают, что закупорка артерий – это проблема исключительно людей преклонного возраста. Но на самом деле ваши артерии могут быть закупорены даже в 20-летнем возрасте. Многие люди, пораженные этим заболеванием, до последнего не подозревают о его наличии и игнорируют признаки. Призываем вас быть более внимательными к своему здоровью. Мы собрали перечень признаков закупорки артерий. Эта информация может спасти вам жизнь. Боль в ногах Болевые ощущения в ногах во время ходьбы, может быть проявлением закупорки артерий. Это значит, что ваши конечности получают мало крови. Также могут наблюдаться такие симптомы, как боль в мышцах или судороги в ногах или руках. Локализация боли обуславливается местом нахождения сгустка или зауженной артерии. Боль в груди. Болевые ощущения в груди, стенокардия, возникают по причине снижения поступления крови к сердцу. В результате вы можете столкнуться с ощущением Стесненности, менее тяжести, давления или жжения. В спокойном состоянии этот признак обычно не фиксируется, потому что он характерен при напряжении физического или эмоционального характера. Иногда закупорка может иметь очень серьезные последствия. Стенокардия свидетельствует о надвигающемся сердечном приступе. Временная слепота на один глаз. Сонная артерия поставляет кровь в наш мозг и глаза. Если эта артерия заблокирована, может фиксироваться временная слепота или помутнение в одном глазу. Полная закупорка вызывает инсульт, поэтому очень внимательно отнеситесь к этому симптому. Боль в пояснице. Болевые ощущения в пояснице – очень важный признак, которым нельзя пренебрегать. Если приток крови к пояснице снижается, диски в межпозвоночном пространстве оказываются хрупкими – это вызывает воспаление и сдавливание нервов. Согласно исследованиям, у 10% людей в развитых странах к 20 годам уже есть серьезная обструкция брюшной аорты. Отдышка. Данный симптом наблюдается при повреждении коронарных артерий. Люди сталкиваются с одышкой, потому что их сердце не в состоянии транспортировать необходимый уровень крови. Люди часто думают, что одышка не серьезная проблема, но иногда именно она может быть главным признаком ишемической болезни сердца, требующей лечения. Холодные руки или ноги. Постоянно холодные ноги могут быть вызваны заболеванием периферических артерий, ЗПА. Данный признак появляется, когда из-за узких артерий поступление крови к рукам и ногам уменьшается длительное заживление рана или слабый пульс тоже являются симптомами, при наличии которых нужно обратиться к доктору. Кроме того, ЗПА может сигнализировать о более частом заболевании артерий в организме, при котором поражаются мозг или сердце, провоцируя инсульт или сердечный приступ, что повышает риск закупорки артерий. Факторы, повышающие вероятность закупорки артерий. Опасный уровень холестерина. Повышенное артериальное давление. Артериальное давление в норме должно быть не выше 140-90 ММРТ. Курение. При курении повреждаются и сужаются кровеносные сосуды, повышается уровень холестерина и артериальное давление. Кроме того, оно не дает необходимому количеству кислорода обогащать ткани тела. Избыточный вес или ожирение. Индекс массы тела от 25 до 30 сигнализирует об избыточном весе. Самый высокий показатель означает, что человек имеет ожирение. Спасибо за внимание! Оставляйте свои лайки и подписывайтесь на канал Москол Про!